19-летнего юноша обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Приезжая с работы, я думал сначала это розыгрыш. Понимаете, как вот мошенники звонят по телефону и все. А это звонок. Ваш сын тут, там-то и все. Просто-напросто обидчивая девушка. Наговорила и все. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».